года бензина на 330 километров.
отдохнем несколько. Надеюсь, десятков километров. Так, место стыка всегда очень опасно. Справа ветка БАМа, железнодорожная. СРГЛР. Участка пройдено бездорожье, еще около 10, наверное. Связи нету, интернета нету, ничего нету. Карьер тут добывают, видать, составляющие асфальта. Температура за бортом. Полградуса тепла. Температура видеорегистраторов норме.
со страхом ожидаю вот эти желтые щиты. Что здесь у нас? Семь километров. До следующего года. По всей вероятности закончили. Еще порядка 10 таких вот участков. Снег лежит на обочине. Так, облачность плотная. Солнца не видно. Прогноз, который был, который вчера по радио услышал или прочитал, не помню, что сегодня без осадков, облачно.
следы торможения увидел на асфальте, скинул скорость, чтобы не поймать нежданчик. Счастье. И потихоньку съехали на грунтовку.
снег, это слякоть.
свете. Счастье. Сколько проехали? 4 участка. Еще, наверное, с десяток таких участков должно быть. Сейчас протру правое окно. Чтобы съемка была чистой.